Ты бы ее отменил или бы ты все равно стал ее проводить? Я бы отменил. Придворный кремлевский политолог Сергей Марков дал интервью российскому журналисту Алексею Венедиктову. И в этом интервью Марков признал, что нападение на Украину в 2022 году было ошибкой. И что если бы он имел возможность вернуться в прошлое и отменить СВО, то обязательно бы это сделал. Считаешь ли ты, что если бы у тебя была возможность вернуться в 22 февраля 2022 года и не проводить именно военную операцию в том виде, в каком она была проведена. Ты бы ее отменил или бы ты все равно стал ее проводить? Я бы отменил. Я думаю, практически любой отменил, Владимир. Почему? Владимир Владимирович уже отменил бы. О, как заговорил теперь. Путин тоже, оказывается, если бы мог вернуться в прошлое, то войну с Украиной не начинал бы. А что же случилось? Ведь перед началом вторжения в Украину тот же самый Сергей Марков радостно утверждал, что украинцы вообще не будут сопротивляться и будут встречать российскую армию с цветами. А если боевые действия между Украиной и Россией и начнутся, то продлятся всего лишь несколько дней, потому что Россия Украину легко победит. А вот боевые действия между российской и украинской армией, с моей точки зрения, они возможны, конечно, да. Но если это произойдет, то, я думаю, будут они скоротечные. Большая часть вооруженных солдат ФСР, вооруженных сил Украины перейдет на сторону России, поскольку Россия – это страна-освободитель. То есть, Сергей Александрович, вы уверены, что там с цветами будут встречать русского солдата? Да. Одесса, Харьков, Николаев, Запорожье, Херсон, Днепропетровск. Там будут встречать русского солдата-освободителя цветами, не говоря уж о Мариуполе, Славянске, Краматорске и так далее. Вот там у меня нет никаких сомнений. Теперь же он говорит, что если бы мог, то вообще бы отменил вторжение в Украину. Не понял. Он что, не верит Путину, что спецоперация идет по плану? Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Получив в Украине по зубам, придворные пропагандисты внезапно прозрели и теперь уже открытым текстом признают, что Акела промахнулся. Путин совершил ошибку, и войну с Украиной не стоило и начинать. А в свое оправдание они сейчас жалобно скулят, что просто хотели как лучше. Начали войну для того, чтобы никто не погибал. Уменьшалось количество погибших гражданских при Зеленском. Уменьшалось. И вдруг Россия 24 февраля сказала: «Эй, и сколько сейчас уже погибло?» Много. Много, Сереж, много. Много-много погибло. И погибает каждый день, значит, и россиян тоже. Да-да-да. Именно поэтому мы и говорим, что операция не была подготовлена. Но идея-то была, чтобы не погибал никто. Развязали полномасштабную войну с применением ракет и авиации. Напали на соседнюю страну просто, чтобы никто не погибал. Ну да, это же очень логично. Что вообще могло пойти не так? При этом Марков продолжает оправдывать Путина и говорит, что, мол, он, конечно, ошибку совершил, но ведь все ошибаются, так что ничего страшного. Ну, а то, что люди погибли, так это ерунда. Так бывает. Он неправильно спланировал операцию. Ну, мало ли, так сказать, он тоже, как которое я думаю, привело, считает. Которое привело вот к тому, к чему привело, сейчас мы об этом поговорим. У великих людей ошибки большие. И жертвы большие. Ну да, так бывает, да. Вот так у них все просто. Стерли с лица земли несколько городов, убили несколько сотен тысяч людей. Так бывает. Так просто бывает, просто, знаете, ну вот Путин ошибся, все ошибаются. Ну подумаешь, ошибся, там пол Мариуполя нет, Северодонецка нет, Солидара, Бахмута. Просто ошибочка вышла, не надо обижаться, да. Причем вот самое потрясающее, что вот смотрите, ну хорошо, они же уже признают, что да, начало войны было ошибкой, СВО было ошибкой. Если бы могли не начинать, то, значит, вернулись бы в прошлое, все бы отменили. Ну хорошо, вы признаете, что это ошибка. Окей, ну так заканчивайте войну, раз вы сами признаете, что вы ошиблись. Зачем продолжать то, что, по вашим же собственным словам, не надо было и начинать? Но нет. То есть они, с одной стороны, признают, что нападение на Украину было ошибкой, с другой стороны, они требуют воевать, ну, до бесконечности. Никто не может объяснить уже, зачем это, ради чего начали, да, вот никто ж не может объяснить. Прям так и говорят, да, ошиблись, бес попутал, что-то вообще, зачем мы это сделали, никто не может объяснить, но призывают это все до конца продолжать, ну, как бы пока весь Донбасс не будет в руинах, или я не знаю. То есть, да, никто не может объяснить, зачем это, почему, все говорят, да, ошиблись, и продолжают ошибаться дальше, и как вы
вы понимаете, логикой нормального человека это невозможно осознать, то есть это все за пределами понимания нормальных людей, и тех вот этих вот персонажей, которые все это рассказывают, их нормальными считать никак нельзя, потому что нормальные люди, ну, так себя не ведут. Думаю, что это понимают все. Подписывайтесь на канал.